Молодой песик Тобиас. 10 килограмм веса, 40 сантиметров холки. Совсем маленький. К нам он попал из Абхазии. Его привезла девушка. Его, видимо, кто-то пытался лечить, но недооценил свои возможности. И нам предложили его забрать. Мы, конечно, не могли отказать. Во-первых, у него перелом таза, который никто не лечил. Кости уже начали срастаться. И операцию делать поздно. Во-вторых, у него вся половина тела обожжена. Ужас. Химический ожог. Повреждены даже гениталии. Не могу вам это показать. Там одна сплошная рана с волдырями. В-третьих, у него пуля в теле. Молодец, 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 молодец. Тобик прошел очень длительное и сложное лечение. Ожоги очень трудно зарастали. А в самом низу до сих пор еще трескается шрам. Сейчас мы решаем, нужна ли операция. А пока попробуем растянуть кожу мазями. Все под контролем. Уже 4 врача его осматривали. Одинаковое лечение предлагают. Так, вот у нас остается вот это вот, вот тут как раз на сгибе. Видимо, вот тут натянуто. Тут вот просто натянуто. Видимо, из-за того, что натяжение здесь идет. Тут ожоги были вот такие вот по всему. Здесь, вот здесь вот вообще большой ожог. Вот это вот не заживает. Что нам с этим? Здесь вот очень жестко. Жестко прям. Кто такой Тоби? Ну иди гуляй, бегай, бегай, бегай скорее.